Димитровграде продолжается суд между корреспондентом информационного портала «Димград-24» Кямраном Кичмайкиным и главой города Алексеем Кашаевым. По версии истца журналиста, глава города дважды ударил его на мероприятии, посвященном Дню пограничника. Дело рассматривает Димитровградский мировой суд. Подобные гражданские процессы редко привлекают внимание СМИ и общественности. Однако в этот раз перед зданием суда собралась внушительная группа сторонников защиты, то есть мэра. Это уже второе слушание по процессу. Первое шло без телекамер. Журналисты были, а вот снимать им не дали. В маленьком зале суда, явно не рассчитанном на столь резонансные процессы, тесно. Не хватает только адвоката Кимрана. Не потому, что он опаздывает, а потому, что не может пройти через судебных приставов. Процесс затягивали и другими способами. В суде, к примеру, заслушали показания двух свидетелей, которые ничего не видели. Их там даже не было. Одна из свидетельниц вообще ушла с площади до инцидента. В ходе слушаний адвокат Кимрана неоднократно указывал на путаницу в показаниях. Подвинул рукой — превращалось в «не было тактильного контакта». Разговаривали — превращалось в «прошел мимо него» и так далее. Впрочем, адвокат мэра подготовил и более существенные доказательства невиновности. То есть фотографии с квадрокоптера. Уже после слушаний защитник истца пояснил: если дрон над площадью летал, значит, летал по согласованию с мэрией или по ее заказу. А значит, оператор, будем честны, не может быть совсем уж объективен. Снимки могли быть отобраны таким образом, чтобы факт беседы или насилия на них не попал. На вопрос судьи о том, в какой последовательности были сняты фотографии, ответчики замялись и долго перебирали фото. Последний аргумент защиты – необходимость провести медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, могли ли побои Кимрана быть нанесены кулаком так, как это описывает истец. Правда, подобная экспертиза уже проводилась. Специалисты написали, что установить источник повреждений не представляется возможным. В результате ходатайство было отклонено. Но это все будет уже на следующем слушании. Глава города в интервью журналистам заявил о клоунах на процессе. Веселый адвокат у стороны защиты. То есть еще веселее адвоката не видел. Которого дроны интересуют, значки, рост, вес. То есть он такой достаточно профессиональный. Журналисту нужны рейтинги. Вот оттуда ветер и дует. Поднять свои рейтинги, чтобы узнавались не только в городе Димитровград, в Ульяновской области и в Российской Федерации. Его задача — набрать рейтинги. У нас кто набирает? Там актеры, вот там клоуны, которые сегодня присутствовали, вот там журналисты. Это люди, которые набирают себе рейтинги. Он себе хорошие рейтинги набрал. Кимран был более спокоен и сдержан. Совсем не похож на человека, ищущего пиара. Очевидно, ему самому этот процесс не нужен. Борьбу журналист продолжает, чтобы насилие против представителей СМИ не стало нормой. Готов он и на перемирие. Правда, с такими предложениями к нему пока не обращались. Но я думаю, сначала нужны какие-то переговоры о том, что может закончить это все. А пока никаких подвижек нет, смысла. Очередное слушание и, возможно, вынесение вердикта пройдут в пятницу. Анатолий Мариенгов, Юрий Каникин, новости Ульяновской правды.